5 медалей, 4 места общего зачета. Белорусские легкоатлеты в возрасте до 18 лет с отличным результатом вернулись на родину после выступления на чемпионате Европы в Венгрии. На счету наших спортсменов 4 золотые награды. Анна Зубкова в спортивной ходьбе на 5 километров. Алексей Александрович и Елизавета Дорц в толкании ядра. Александра Коньшина в метании копья. Бронзовую медаль в прыжках шестом завоевала Кристина Концевенко. Уже завтра новый легкоатлетический старт с 10 по 15 июля. Чемпионат мира среди спортсменов до 20 лет примет Финляндия. Белорусскую сборную на планетарном первенстве представят 12 атлетов.